Всем привет! Это влог Джон и Ева. Джон, нас еще болеет время, но мне кажется, что уже идет на поправку. Да, и мы хотели показать вам, если вы никогда не видели, как выглядит столовая в университетах Америки, то вот, приблизительно это вот что-то типа этого. Большие столы круглые, все едят. Напитки. И мы с Джоном тоже. И Джон купил очень вкусную... Как называется? Бутерброд. Как бы гамбургер с курицей. Так что мы будем есть Chick-fil-A, гамбургеры. Приятного аппетита нам. Хорошего дня вам. Пока-пока. Всем привет. Мы находимся в библиотеке. В какой-то зоне. Сейчас Джон скажет, в какой. Ну, 6-6. Да, я не могу это повторить. В общем, ты знаешь, что нельзя. Шукать. Если вы студент. Нет, значит нельзя. Можно говорить. Но люди не имеют права говорить, что нельзя говорить. Класс. Значит, можно болтать, хохотать, смеяться, веселиться. Это не тихая зона. Но, тем не менее, если вы студент и вам нужно что-то сделать на компьютере, какую-то работу, реферат и так далее, вы можете прийти в этот зал и... Как это делать сейчас, Джон? Выключиться компьютер и работать. Да. Сейчас мы будем готовиться к экзамену по русской литературе. Замечательный пример. Замечательный. Джон очень способный. Ему нужно гораздо меньше времени на подготовку, чем всем остальным студентам в этом университете вместе взятых. Но, тем не менее, готовиться нужно. Привет, привет! Это Джон и Ева. Привет! И мы сейчас закончили уроки. Не спи. Да, мы закончили уроки. Да. Я проспала два из них. Два проспала Ева, а я один. Я, на самом деле, встал в 5. Я подумал, рано. И потом я лег и бум. Мне кажется, я тоже встала в 5 и получила тебе сообщение, что ты заснул на диване. Вот, и... Что? Сейчас мы куда-то едем. Мы получили подарок. Да, мы получили подарок. И, кстати, это в волосах у меня. Это от Саши Братос. Да, это упакованная... Саша очень красиво упаковала подарок. Фату, это как знак. И Джон прикрепил мне ее на волос. Сейчас, я думаю, что красиво. Да. Вот, и... Что, мы едем. Опять. Сюрпризы! Но он сегодня очень красивый, он всегда у меня очень красивый, но сегодня он особенно красив. И даже не знаю, что может быть. Итак, мы едем. И Джон говорит, что сейчас будем сворачивать. Я пытаюсь судорожно угадать, куда, что здесь. Увидел Окея, потом может быть в Окея, но думаю, нет. Мы вообще здесь не будем даже жить, чтобы в Окея покупать. Здесь заводы, и сложно понять. Fine kitchen. Хорошая мебель, но тоже не подходит. Что это? Что это? Уехали терпение. О, уже съехали. Горы. Что же такое? О, кажется, мы поворачиваем. Да-да. Ты имеешь честно? Да, но мы долго еще, я? 3 минуты. Три минуты. Не знаю. Вообще не знаю. Здесь написано аквариум. Кажется, мы едем в аквариум, да? Это аквариум. Народ, смотрите. Аквариум. Только у нас это называется как
пост называется? Океанариум. Классно. Пока, до встречи в океанариуме. И мы в Южной Америке сейчас. Смотрите, как здесь просто джунгли. Утки. Милые. Мы в Южной Америке. Да. Вы должны увидеть это. Офигенно огромные. Там. Огромные рыбы. Отсюда лучше видно. Вы, наверное, точно никогда не видели анаконду и пираний. Где? Пираний. Анаконда. Рыба как, застряла или что? О. Думаю, нет, но что она делает? Просто там, она, да, она застряла. Они дружат. Классный. Тыква. Можно шла показать? Здесь мостик. Как называется? Мост. Тут лесной мост. Идем. О, блин. Страшно. Надо. Ты можешь. Вау, можно пошатать. Пошатаем мост. Представляешь, если бы здесь не было этой сетки, это просто канат. Это вообще как... Вот что, дядя умер здесь. Здесь так классно, как в фильме «Индиана Джонс». Просто... Везде скелеты, разные маски, жабы, пауки. Прям вообще круто, очень круто. Ты где видела? Я в московском зоопарке. А, ну я же был там. Ну, жаль, что ты не видел. В общем, вот, пингвины. Здесь должны быть пингвины. О, настоящие. Джон первый раз видел пингвины. Да. Это мои самые любимые животные. Такие классные. Самые любимые. Самые. Любимые? Да, они, так они такие маленькие. Почему? Они такие, это еще не маленькие. Смотри, они просто стоят и позируют, как вот с раскрытыми крыльями. Это заминка. Классно. Это мои самые любимые. Утреннее упражнение. Джон первый раз. Да, я не знаю, я был в московском зоопарке. Ты не видел там пингвинов? Может, я... Маленький. Смотри, как он ходит. Вот там вот. Мне показалось, что бывают побольше, нет? Но я же снимал. Есть... Целый кузовочек. Видно? Да, очень классно видно. В московском зоопарке, как есть горка, они по ней скатываются, плюхаются в воду там. И потом плывут, забираются опять и опять. Давай, прыгай, сейчас мне кажется, ты прыгнул. Давай, прыгай. Может быть, вода холодная? Come on. Давайте. Папа вышел. Прыгаем. Вот побольше, самый большой, нет? О, какие у них красивые перышки. Он сейчас прыгнет. Ну, прыгай. Нет, не прыгай. Вон, папа, самый большой. Мне кажется, он побольше, там, сзади. Прыгай. А, нет, он не прыгает. Ну, друзья мои, падайте. Мне кажется, сейчас прыгнет. Yeah. Давай. Давай. Смотри, что там вышли. Кормили, по-моему. Привет. Доброе утро. Вон, смотри, какая шерстка классная. О, привет. Привет, люди. Друзья мои, если вы помните Титаник, именно так в этой позе Роза и Джек стояли на палубе корабля и встречали закат. Музыка играла. И она осталась одна. Но идет другой Джек. Бежит. Вот мое место, звонок. Эй, Джек. Ну ты раз. Смотри, он прибежал обратно, типа, эй, не отбивай мою девчонку.
Я реально стою. Эй, чуваки, что за драка? Меня не позвали. О, интересно у них. Блин, классно. Да, очень красиво. О, они меняют цвет. Джон, серьезно? Они розовые? А, это подсветка, что ли? Да? Да. А, да. Представляешь, если бы наше тело было такое прозрачное, мы бы могли видеть сердце, как легкие. Видишь, все внутри видно, все, из чего они состоят. Очень красиво. Как это называется? Я не знаю. Не взяли игрушку? Если вы знаете, пишите в комментарии. Классные, они классные. Слушай, они вообще жизнерадостные, и так им все классно. Они как ты. Нашли коробку и давай в ней играть. О, прям секунда пауза, их коробка. Ох, ты какой зайчик! Ты какой! Переворачивайся, давай. Привет! Мы в классном отделе. Это как называется? Черепаха. Типа черепаха. Да, но это другое. Мы видим tortoise, по-моему. Вот это. Это маленькая. Разве нас удивишь такими акулами? Не знаешь. Итак, мы оказались. Скажи, где мы оказались? В Огдене. Город Огден. Огден. Даже не знаю, что это за город. И это концертный зал. Все в красивых нарядах. И посмотрите. Джон купил билеты на первый ряд чего-то, о чем я не имею ни малейшего представления. Джон говорит не открывать мне эту программку. Я ее не открываю. А, я так люблю тебя. Я тебя люблю. Как не терпится поделиться с вами, что это? Я слышу, что будет классно. Самый лучший мужчина. Вы видели? Это самый лучший мужчина. И он уже занят, простите, да, мы. Привет. Привет. Это оказались не... Я сначала думала, что это музыка, что это симфонический оркестр, и что... известные песни, но потом стали выходить, артисты цирка, из цирка Дю Солей, из цирка России, потрясающие акробаты, шаблеры, много русских, очень, это так красиво, я просто, это такой сюрприз, я поняла, почему мне нельзя было открывать программу, потому что я его поняла все. Это цирк для симфонии называется, и они ездят по стране, может быть, по миру, я не помню. И они выступают с разными оркестрами местными. Они вообще молодцы, лучшие в мире. Ну, многие, которые работали в цирке Соней, да. Я ее люблю. Вот еще один влог. Спасибо, что посмотрели. Можете здесь нажимать на прошлый влог, на следующий влог скоро. Уже в понедельник, в пятницу будет, и можно подписаться, и ставьте лайк, и, наверное, все. А, да, я знаю, что на мобильных устройствах эти кнопки не работают на видео, но я добавляю эти ссылки внизу, так что смотрите там, и... Все будет хорошо. Вы молодцы. Это все на сегодня. Так что давай.